Глюкозамин сульфат бывает кристаллический и некристаллический. Некристаллический нестабилен, кристаллический нестабилен. Значит, если мы говорим про оригинальный препарат, препарат Бона, это как раз стабильный кристаллический глюкозамин сульфат. Мы этим препаратом пользуемся, он, так сказать, широко используется, но имеются аналоги наши отечественные. Аналог хондрогарда или хондроитинсульфата – это наш отечественный препарат Аркадол. Он тоже вводится внутримышечно, но это лиофилизат. Хотя, в общем-то, в исследованиях доказано, что лиофилизат работает так же эффективно, как и обычный активный препарат. И препарат Артракан – это тоже кристаллический глюкозаминосульфат. И, собственно говоря, результаты исследования показали, что этот испытуемый препарат наш, Артракан, он биоэквивалентен препарату оригинальному, нативному, который выпускается в Ирландии фирмой Ротарфас. Ну и хотелось бы сказать про Терафлекс, поскольку, наверное, это как бы мэтр, если хотите сказать, может быть, фельдс в игре против атеросклероза. Потому что чем он лучше и отличается от Арка, например, тем, что вот Терафлекс Адванс имеет небольшие дозировки, небольшое количество ибупрофена. То есть 100 мг – это ничтожная доза, которая не влияет на желудок, на слизистую, отрицательную и так далее. Но вместе с хондроитинсульфатом и вместе с глюкозамином она обладает, эта дозировочка маленькая, таким же эффектом, как если бы мы проглотили несколько таблеток ибупрофена. Ну, еще мне очень понравилось наше саратовское исследование, которое доказало, что те пациенты, которые принимали Терафлекс, у них значительно улучшается антитромбогенная активность эндотелия сосудов. Это тоже очень важно, поскольку мы знаем, что субхондральные кости, субхондральные некрозы, переломы и так далее, все, что встречается при кости артроза. И надо сказать, что проведено исследование было еще и о том, что Терафлекс, это же и хондроитинсульфат, и глюкозамин, тоже значительно улучшает консолидацию переломов. Это было большое проспективное исследование, проведенное на кафедре УСИКИ Линды Владимира Даниловича, Ростовский медицинский университет. И он доказал, что прием этого препарата улучшает консолидацию переломов. Ну, простите, что я как-то немножко, ну, у нас мы немножечко время имеем, поэтому я... Ну, я уже говорил про высказывание академика Савельева, ну и врач должен, наверное, представляю себе все то, что написано в этих пословицах. Ну и с наступающим вас Новым годом, Новый год обезьянки, счастья вам и всего хорошего.